Анастасія Кіндер – дипломований косметолог з медичною освітою. Постійно підвищує кваліфікацію, відвідуючи професійні курси. Стежить за останніми новинками в індустрії краси і використовує їх в своїй роботі. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні у нас така цікава тема і актуальна для літа, тому що зараз всі просто женуться на море за засмагою, щоб бути гарненькими, і потім ще півроку, якщо вдало вийде засмагнути, то будуть хизуватися ще перед своїми колегами, що ось так добре відпочили. Але чим засмага може бути небезпечна для нашого організму? Бо Артем мені сьогодні доводить, що це дуже небезпечно. Ну, Артем на самом деле прав, потому что почему-то в нашей стране все думают о том, что загорать это очень красиво, очень здорово, и это как показ того, что насколько мы хорошо зарабатываем, как мы можем отдохнуть, мы можем себе позволить разные страны и тому подобное. Да, это так с какой-то стороны, но с другой стороны для нашего здоровья, для нашей кожи это является не совсем здорово. В западных странах люди ведь они ходят светлые, они не загорают, у них не принято быть там смуглыми, темными. Это вообще считается признак, скажем так, ну немножечко... Больше низкого социального статуса, не так, как у нас. Верно, верно. Я могу выйти, так? Не-не, сиди. Поэтому, конечно же, у нас загорать это очень хорошо. Но у нас масса есть средств, которыми можно защищаться и не загорать так хорошо и так вот прям до золотистой корочки, до того момента, когда уже слазит кожа. И что самое мы порадуем нашим телеглядачам, как самое, какие правила безопасности потрібно, яких правил безопасности потрібно дотримувати, чтобы не нашкодити собі засмагою? В первую очередь это обязательно провести правильную подготовку к отдыху, да, к летнему, допустим, даже не к отдыху, а к летнему периоду, если у нас отдых был более там весной, зимой. Также есть масса средств, это шляпы, очки, солнцезащитные крема качественные, они стоят недешево, но их нужно покупать и нужно понимать, что мы платим за свое здоровье. В первую еще очередь. Что будет у этих солнцезащитных? На что звернуть увагу? СПФ защита может быть 30-50, но в основном на лето берут 50. И защита от ультрафиолетового луча А и Б. Потому что они пагубно влияют на кожу. Ну, Б не так сильно, а больше. И помнить, что загар может привести к очень плохим последствиям. О том, что у нас на коже достаточно много различных образований. У каждого человека они есть. Их нужно самое... больше всего мазать, да, и нужно следить за количеством времени, проводимым на солнышке. Чи є якісь безпечні норми? Ну, тобто ми розуміємо, що вплив це в будь-якому... До 11 загорати, і є час після 4 можна проводити час на сонці. Для того, щоб виробився взагалі вітамін D, треба провести 15-20 хвилин на сонці. Цього більше, ніж достатньо. Трижди в день, дважди в день, цього буде, ну, якраз це буде норма. А для того, щоб отримати золотисту корочку, це вже кожен вибирає для себе. Согласно типу кожи своєму, тому що є фототипи. От первого они светленькие и появляются веснушки, пигментные пятна и тому подобное. Это процесс накопительный и в течение нескольких лет может накапливаться. Поэтому, конечно, лучше защищаться по максимуму и меньше времени проводить в самый солнцепек. То есть это с 11 до 3, до 4, когда... інсоляція сонечка максимальна просто. То ця практика, коли люди у нас на один день їдуть зранку, весь день смажаться, це максимально неправильно. Так, це максимально неправильно і максимально плохо для нашого організму. Це викликає за собою, багато процеси включаються, нехороші. Хотілося б якраз дізнатися про те, що як правильно наносити сонцезахисний крем, адже наскільки нам відомо, не всі знають і не всі роблять це правильно. Так. Солнцезащитные крема лучше наносить утром, когда вы собираетесь идти на пляж, там, к примеру, вы будете выходить в 8. Вот встаньте раньше, за полчаса до выхода нанесите крем для того, чтобы он успел впитаться. Кремы по структуре бывают разные. Флюид бывает более легкий, бывает более жирный крем. Его нужно нанести, ну и... минимум минут за 20, пусть не за полчаса, но минимум минут за 20 для того, чтобы он успел впитаться. И чтобы уже фильтры начинали экранизировать эти лучи.
И повторювати цю процедуру каждые через... Каждые 2 часа. Если мы лежим на солнышке, вышли и специально загораем, то тогда в таком случае нужно... Или же мы покупаемся. То есть при контакте с водой фильтры теряют свою способность. Ну, вот как бы мягко говоря так. В таком случае мы тогда наносим повторный слой крема. Уже желательно и потом сидеть под навесом и не показываться на солнышке. Хотя бы минут там 15-20 опять-таки. И вот в момент сколько саме? Тому що теж люди якось економлять, наскільки я знаю. Хтось треба... економить, а хтось просто отак бере. Ну, це ближче, насправді, до правильного, ніж зовсім мало. Тобто, скільки, де оптимальна межа? Ну, нет такого понятия немножечко. Вы наносите, если вы хотите, чтобы там скользили все комары по вам, это такое дело. Нанесите так, чтобы ваша кожа впитала. Ну, есть кожа уже пересушена, есть кожа уже, которая нуждается во влаге. Она, конечно, в себя втянет этот крем максимально. Неважно, он будет жирный или же увлажняющий там легкий флюид, но все равно старайтесь наносить оптимальное количество для того, чтобы он не стекал потом, для того, чтобы он не блищал, как это правильно сказать, не блестел. А як щодо тих засобів, які пришвидшують нашу засмалу, тому що окрім того, що всі люблять намазатися кремом, так, щоб не тільки полежати на сонечку, а щоб ще більше воно на нас вплывало. Вот как еще до них? Чи небезпечно? В случае вообще вот эти автозагары, ими пользоваться нельзя. Это вообще на самом деле спорный вопрос. И можно ли вообще ими пользоваться в природе, скажем так. Многие люди наносят для того, чтобы там разово, да, там для того, чтобы там ножки показать, ручки показать, что вот я подзагорел. Но как искусственный, так и тот ультрафиолет, который мы получаем от солнышка, естественный, ну, недоброжелательный. Нету такого. Мы не знаем, что произойдет, какой эффект произойдет в организме и как он подействует на нашу кожу, на те образования, которые уже имеются на коже. А тем более, если мы хотим его нанести и выйти на солнышко. Вообще непонятно, что получится. Мы загорим кусками на самом деле. И эффект, ну, во-первых, в зависимости от фирмы, от качества крема, от его состава, какой компонент добавлен, правильно ли тот единственный компонент добавлен, который дает нам этот загар, есть он или нету, или там просто это является тональным кремом, который туда заложили, и все. На самом деле это нежелательно для нашей кожи, ведь кожа впитывает и впитывает то, что мы на нее наносим. Поэтому нанесите максимально хороший крем для того, чтобы это было хорошо для нашего организма. Автозагарами я бы не пользовалась, вот честно. Так, ваша рекомендация відмовитися від цього. Так, отже, поговорили трохи про засмагу, якщо ми виходимо, що робити після того, як ми вже поніжились під сонячними променями, що робити, якщо ми, можливо, сильно згоріли, все ж так сталося, і так, щоб протрималась ця засмага, яку ми досягли. Ну, многие люди после загара там подгорел немножко, покраснел, температура сразу возникает, то есть мы можем получить даже солнечный удар и чувствовать себя максимально плохо. Могут быть различные негативные стороны, не будем об этом говорить. Если мы чуть-чуть покраснели, ни в коем случае не наносим сметану, не наносим там... То есть холодильника ничего не достаем? Да, кефир, сметану и тому подобное. Они сохраняют тепло и не дают вот этого вот эффекта успокоения кожи. Есть увлажняющие крема, но лучше всего есть пантенол. Лучше всего его нанести, и тогда мы знаем, что это будет средство, поможет нам от загара, от сгорания кожи и успокоит нашу кожу. Также можно принять прохладный душ, не холодный, потому что мы можем наоборот после горячего, холодный, контрастный, то есть тоже опять-таки организм может дать температуру. И прохладный душ можем принять, не горячий. Мы таким образом можем сохранить свой загар, то есть в принципе золотистая корочка то останется, если мы загорели хорошо. Вот. Ну, нанести успокаивающие крема, увлажняющие и пантенол, если мы подгорели. Ну і давайте все ж підрезумуємо всю нашу бесіду. 3 поради від вас для тих, хто от вже зараз збирає свої валізи і думає, що ж із собою взяти. Автозасмагу чи гарний крем для того, щоб захиститися від сонячних променів? Візьміть з собою, навіть це буде 4 або 5, очки хороші, сонцезащитні. Візьміть з собою шляпу з широкими полями. Я вже як-то в прошлом году був ефір, я приносила з собою шляпу. Це були широкі поля, які захищають лицо, які захищають наші плечі і спину, і шею.
шею, обязательно возьмите с собой крема, которые защищают от солнышка, от ультрафиолета, и помните, как их нужно правильно наносить. Это SPF 50, SPF 30. Есть крема, которые уже придуманы для лица и для тела, то есть не обязательно разделять. Если у вас бюджет не позволяет, возьмите один такой крем. Если бюджет позволяет, возьмите крем и для лица отдельно, и наносите его и на веки, и на губы. Да. Обязательно возьмите с собой парео. Там, или же накидку какую-то. Добре, я візьму парео. Буду дуже ефектно виглядати. Футболку для мужчин. Потому что многие собираются на пляж, на наш район, скажем так, ну там Коблево, Одесса, а многие собираются за границу. Там солнышко немножечко поярче, и если там вы будете выходить в море, то обязательно в море быстрее загорает тело, чем на песке, чем на гальке. Поэтому желательно накидывать на плечи, полностью на спину, так, чтобы это было в пол что-то, чтобы мы не сгорели. Сохраняйте максимум свой естественный цвет кожи, не давая солнышку пагубно на него влиять. Дякуємо вам, дякуємо за поради. Я думаю, вони будуть слушні для тих, хто зараз вже думає, чи засмагати сильно, чи все ж так потроху. Отже, Анастасія Кіндер, косметологиня, була сьогодні у нас в гостях.